Знакомьтесь, препарат нового поколения Урсодекс создан специально для восстановления деятельности гепатобилиарной системы человека. Гепатобилиарная система является важной химической лабораторией организма и состоит из печени, желчного пузыря и протоков. При нормальном функционировании системы желчь расщепляет жиры и способствует пищеварению, накапливаясь в желчном пузыре, откуда, поступая через протоки в 12-перстную кишку, желчь вступает в пищеварительный процесс. При нарушении деятельности гепатобилиарной системы в организме происходит изменение состава желчи. Увеличивается синтез холестерина и уменьшается количество желчных кислот. В дальнейшем это приводит к застою желчи и скоплению кристаллов холестерина в виде постепенного формирования билиарного сладжа. Как известно, в таких условиях происходит процесс закупорки желчного протока, что обычно сопровождается тошнотой, болью в правом подреберье, желтушностью склер. Зачастую даже наблюдается и более тяжелое последствие нарушения деятельности гепатобилиарной системы, такие как холецистит, панкреатит, перитонит. Эффективным и доступным средством для профилактики и лечения подобных состояний является препарат Урсодекс. Урсодекс, попадая в организм, достигает желчи в течение 1-3 часов. Под воздействием Урсодекса изменяется состав желчи, увеличивается количество урсодезоксихолевой кислоты с 1% до 40-50%, снижается содержание липофильных кислот с 40% до 16%, изменяется качество желчи. Урсодекс способствует образованию жидких кристаллов и растворению холестериновых желчных камней. При производстве Урсодекса используется субстанция, произведенная в Корее, которая имеет стандарт GMP. После курса приема данного препарата мы приводим гепатобилиарную систему в норму и продолжаем познавать жизнь во всех красках и вкусах.